После крупной аварии в Сочи опубликовали фотографию, на которой был запечатлен человек, похожий на умершего в СИЗО главаря кучевской банды Сергея Цапко. Прокуратуре Краснодарского края 13 июня дали официальный ответ о личности человека, попавшего в кадр после аварии в Сочи. Установили, что это некий Виталий Никифоров, 32 лет. Он находится в федеральном розыске за кражу. Однако юристы, подавшие обращение об идентификации человека на фото, похожего на Сергея Цапко, назвали этот ответ неубедительным. Вы можете сравнить фото Виталия Никифорова и фото человека с места аварии в Сочи сами. Сейчас увидите это фото на своем экране. Напомню, что Сергея Цапко, якобы умершего в СИЗО 7 июля 2014 года, срочно кремировали в Волгограде. И сделать экспертизу ДНК, как считают юристы, сейчас физически невозможно.